Дорогие горожане, если у вас легкая форма ОРВИ, вы можете приехать и получить медицинскую помощь. Напоминаем, что стационары не предназначены для тяжелобольных пациентов. Стационары находятся на территориях базы МП «Бишкек-пекарня» в микрорайоне 12 Октябрьского района и в школе «Сейтек» по улице Анкара 1/10. В дневные стационары можно обратиться тем, у кого легкие симптомы ОРВИ, гриппа и пневмонии. Там можно получить консультацию, купить лекарства, медсестры могут поставить капельницы или сделать уколы. В дневных стационарах работает 18 медицинских работников. С начала открытия дневных стационаров обратилось 2445 человек, которым своевременно была оказана медицинская помощь. На постоянной основе проводится дезинфекция помещений и прилегающей территории дневных стационаров после закрытия. ОЦСМ Октябрьского района 0990-88-80-36, ЦСМ номер 15 0990-88-80-15, ЦСМ номер 18 0990-88-80-35, ЦСМ номер 19 0990-88-80-19. Дорогие горожане, пожалуйста, соблюдайте санитарные правила, следите за чистотой рук, соблюдайте дистанцию. Не выходите на улицу, оставайтесь дома. Усильте личную гигиену. Сохраняйте дистанцию. Пожалуйста, следите за своим самочувствием. Только дисциплина позволит остановить рост заболевших COVID-19, пневмонией и другими заболеваниями.